представляем национальное освободительное движение Санкт-Петербурга. И мы не могли не отреагировать на такую ужасную совершенно новость. Мы скорбим, мы с Казанью. И, как я считаю, что нет ничего более мерзкого и подлого, как ходить и расстреливать, убивать детей, беззащитных маленьких детей. В Казани мы скорбим. Я думаю, что ужасная трагедия. Слов нет, в Казани мы скорбим. Общественная организация татарских женщин Абхазского города Санкт-Петербурга и Ленинградской области выражает свои глубокие соболезнования по поводу случившего трагического теракта, который произошел в городе Казани, в Татарстане. Мы глубоко скорбим по этому поводу, потому что теракт унес жизни и здоровье учеников и людей, которые пострадали от него. Если бы общественные организации и семьи следовали одному принципу – воспитание здорового и развитого общества, благодаря которому дети в школах не страдали бы от подобных явлений, то, скорее всего, такого бы не произошло. Хотелось бы, чтобы это никогда больше не повторилось ни в городе, ни в школе, ни во всей стране. И вообще никогда в мире таких терактов не происходило. Я тоже сегодня хочу сказать слова скорби и соболезнования от имени постоянного представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к семьям погибших в теракте. Сегодня 9:45 в городе Казани, в 175-й школе. Совершился большой, тяжелый, трагический теракт, где погибли дети, учащиеся школы и преподаватели. Татарстан всегда был передовой республикой и никогда большое внимание всегда уделял нашему образованию и детям. Но вот сегодня трагический день, 11 мая, в котором мы будем скорбить и помнить. Есть люди, которые всегда хотят, чтобы в Татарстане люди жили не дружно, поэтому я очень скорблю перед родителями тех погибших детей, которые остались в такой тяжелой ситуации. Мы всегда с вами, еще раз от имени представителей Татарстана, выражаю слова соболезнования погибшим родителям, которые потеряли своих детей и своих родственников в этом теракте. Спасибо. Казань, мы с тобой. Мы с тобой. Казань, мы с тобой. Казань, мы с тобой. Казань, мы с тобой. Казанцы, мы с вами. Держитесь.